Всем привет, народ. Сегодня у нас на распаковке будут сразу три посылочки. Это одна, это вторая. Так, и еще одна посылочка вот такого размера. Сейчас она в кадр не вылезает. Давайте по порядку. Все эти посылки так или иначе связаны с фото-видеосъемкой. Сейчас будем открывать, смотреть. Это будет распаковка, первый взгляд. Обзор на каждый из этих товаров будет на моем канале, на моем основном канале Steinhaus. Ссылка на него будет в описании под видео. Переходите, подписывайтесь. Это держатель для телефона, который устанавливается на окуляр микроскопа. Я покупал это для того, чтобы делать фотографии через микроскоп. Ну, а микроскоп я использую для контроля заточки, чтобы смотреть на режущую кромку. Должна быть очень удобная вещь. Ну, в общем-то, вот такой как бы кронштейн для телефона. Сюда, да, на пружинке. Сюда телефон. Сюда вставляется, вот эта часть надевается на окуляр микроскопа. Без всякого дрожания рук можно делать фотографии, записывать видео через окуляр микроскопа. Ну, посмотрим, попробуем. Так, это у нас первая посылка. Теперь вторая посылка. Здесь такая нужная мне вещь, которую я очень ждал. Так. Здесь должен быть вот эта фирма BeFollow, кронштейн такой, Magic Arm, так называемый, магическая рука. Кронштейн для телефона, гибкий такой кронштейн, очень полезная штука. Так, вот он наш кронштейн, прям я сразу вижу отличное качество, он такой холодный, это все из алюминия, никакого пластика. Так, это сейчас откроем. Я просто в шоке, насколько классный. Ой. По длине, все ссылки будут в описании под видео. Можете перейти, посмотреть описание, все характеристики, длину, вес, там все размеры. Я сейчас примерно так скажу. 20. Вот это вот одна палочка 20 сантиметров. И каждая из них примерно так по 20. Вот такой кронштейн здесь у нас. Все вот эти колена изгибаются. Здесь есть резиночка, которая позволяет при затяжке очень плотно затянуть. Это все из алюминия, абсолютно все из алюминия. Это шикарная вещь. Ну, это первый взгляд, я пока ей не пользовался, я не знаю, как будет дальше, но пока что это все очень круто. Качество прям очень приятное. Так, вот я затянул. Ну, могу свернуть, но с очень большой силой. С очень большой силой. Я думаю, никакая камера не свернет это, не согнет этот штатив. Ну, кстати, протестируем какой-нибудь, раздвинем его вот так вот и какой-нибудь вес подвесим, ну, в обзоре, когда будет уже полноценный обзор. Пока что первые впечатления просто отлично. Здесь резиночка. Знаете, прям вот как для людей, прям сделаны вот людьми для людей, что называется. Такой, я думаю, мне на всю жизнь хватит. Так, ну и здесь должен быть этот зажим. Да, вот это он и есть. Вот такой зажим к столу, к трубе, к чему угодно. Тоже металлический, абсолютно весь. Отлично. Вот так вот он раздвигается. А здесь резиночки. Просто прелесть. Очень приятная вещь. Вот это одна из тех покупок, которые прям удовольствие получаешь, вот, держа в руках эту вещь. Качество прям очевидно. Вот. Будет на это все обзор. Подписывайтесь на мой основной канал Steinhaus. Это мой второй канал. Если вы смотрите на YouTube, если вы смотрите на Яндекс.Дзене или на Рутубе, то это все будет на одном канале. Так, это уберем в сторону. Так, давайте я немного расчищу место, подготовлю его под эту огромную посылку. И будем смотреть, что там внутри. Ну, я-то уже знаю. Ну, и вы по описанию видео уже, наверное, понимаете. Так, вот такая посылочка. Давайте смотреть. Сейчас я открою, все вытащу и будем тогда уже смотреть, что это. И в каком оно виде приходит. Кстати, вот эта посылка дошла мне меньше, чем за неделю с деком. Пункт выдачи. Поэтому очень круто. Открываем коробочку. И вот так вот здесь все уложено. Так, сейчас я все выложу и будем смотреть уже, потому что в кадр не вылезает. Давайте по порядку начнем. Так, два вот таких чехла. Здесь все по две штуки. Это штативы. Точнее, не штативы, а ну, и штативы, и софтбоксы для видеосъемки. Софтбоксы на 4 лампочки.
по две штуки. Обошлось мне это где-то в 3500 рублей. Дешевле я нигде не нашел, ни в местных интернет-магазинах, ни на озонах там всяких. Намного выгоднее на Алиэкспрессе оказалось. Так, это у нас софтбокс. Здесь у нас что? А, это рассеиватель. Все понятно. Так, ну, они расправятся, я думаю, когда его соберешь. Это спицы. Вот так все хорошо, даже с резиночками упаковано. Так, софтбокс. Ну, внутри, как обычно, он вот такой вот серебристый. Так, ну ладно, в обзоре все это подробно развернем, посмотрим, соберем и включим. Давайте посмотрим рассеиватель. Ну, вот такая ткань, обычный рассеиватель. Ну, здесь все то же самое, такой же, точно такой же софтбокс. Дальше давайте откроем вот эту коробочку. Здесь у нас... А здесь у нас для лампочек вот эти стаканы. Здесь у нас лежит предохранитель, который устанавливается сзади. Так, ну, не знаю, пластик это вроде керамика. Такая шершавая, походу, керамика. Ну, вот эти вот цоколи. А это уже пластик. Вот такое крепление. Здесь у нас... Куда он устанавливается? А, вот он. Здесь уже установлен один предохранитель на 3 ампера. Крепление на штатив. Вот оно. Тоже зажим. Ну, и можно включать по 2 лампочки. Здесь их всего 4. Можно включить или 2, или еще 2. Сразу 4. Такая ручка. Так, в принципе, на вид... Неплохо сделано, вроде как на вид качественно выглядит. Вот. Ну и кабель. Так, ну здесь то же самое. Давайте посмотрим на случай, если какой-то брак попадется. Так, нет, все вроде бы на месте, все в порядке. Так, ну и остался у нас штатив. Вот такой штатив. У меня, кстати, есть такой штатив. Находится он у меня на даче, я им пользуюсь. В принципе, я им доволен. Он, ну, такой достаточно надежный. Поэтому штативом я, в принципе, доволен. Конечно, вот это пластик, но у меня пока ничего не сломалось. Все работает. На 2 метра он выдвигается. Тут несколько вот этих выдвигается, как их назвать, колен. Ну и наверху вот такая вот штучка, куда крепятся уже сами плафоны для лампочек. Вот так раздвигается. Так, в кадр все это не влезет. Вот так это все раздвигается. В общем, в обзоре будем все это смотреть и включать. Вот. В общем-то, на этом все, народ. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Все это помогает развитию канала. Все ссылки будут в описании под видео. Подписывайтесь на мой основной канал. Если вы смотрите на YouTube, если на Яндекс.Дзене или на Рутубе, то это все будет на одном канале. Всем спасибо за просмотр. Оставайтесь на канале.